Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Гарри Фен. Американский иллюстратор английского происхождения, пейзажист, афортист и гравер по дереву. Примерно с 1870 по 1895 год был самым выдающимся художником-пейзажистом Соединенных Штатов. Известен своими иллюстрациями Египта, Палестины и Синая. Родился в Ричмонде, недалеко от Лондона, в 1837 году. Начинал как гравер по дереву, работая учеником в лондонской фирме Dalziel. И вскоре перешел к рисованию иллюстраций акварель. Я цитирую Википедию. В 1857 году совершил поездку в США, чтобы увидеть Ниагарский водопад, и поселился в Нью-Йорке, где сначала работал гравером по дереву. В 1862 женился на Мэриан Томпсон из Бруклина. После продолжительного свадебного путешествия в Англию и Италию, где Фен изучал живопись, он сосредоточился на иллюстрации в Нью-Йорк. Его первым весьма успешным заказом была иллюстрация книги Джона Гринрифа Уитера «В снегах». Фен наиболее известен благодаря гравюрам, которые он сделал вместе со своим другом Дугласом Вудвардом для трех массивных книг, наполненных гравюрами по дереву и стали: «Живописная Америка», «Живописная Европа» и «Живописная Палестина, Синай и Египет». После возвращения в США в 1881 году Фен был востребованным иллюстратором для ведущих периодических изданий. Ему было поручено иллюстрировать пейзажи по всему миру и США, а также создавать изображения архитектуры и растительного мира. По мере изменения технологии печати иллюстрации Фен адаптировался, создавая рисунки тушью для воспроизведения в виде технологических линий, а позже акварелью для воспроизведения в виде полутонов. Внес свой вклад в создание многочисленных поэтических сборников. Был единственным иллюстратором издания книги Теннисона «Мемориал», опубликованного издательством «Фордс». На протяжении всей своей карьеры Фен готовил акварели для выставок и продаж. Он был одним из членов-основателей Американского акварельного общества. Выставлялся в Национальной академии дизайна в Бруклинской художественной ассоциации, на Колумбийской выставке в Чикаго, где был награжден медалью. Умер 22 апреля 1911 года в возрасте 73 лет. Вот так вкратце о американском иллюстраторе английского происхождения, пейзажисте, афортисте и гравюре по дереву Гарри Фен. Пока, до свидания.